Долгожданный мост через Челнинку на улице Титова в октябре не сдадут, хотя основной объем работ уже выполнен. Открытие дороги затягивается лишь по одной причине. Со стороны Набережно-Челнинского проспекта еще не уложили трамвайные пути, которые примыкают к улице Титова. Это и является преградой для беспрепятственного движения транспорта. Завершить работы по укладке железных линий планируется в течение ближайших 2 недель, после чего дорога будет открыта. Сдать мост в эксплуатацию обещают до 15 ноября.